Вот что хотел поиграть. Доп. Режим, и тут есть три каких-то квеста отдельных. Начать, что ли, с беглец? Ладно, давайте по очереди. Так, сейчас я приду. Бля, микрофон ткнул. Я боюсь, что микрофон рано или поздно сломается. Не, так долго не было, потому что я хотел взять пару орешков. И я увлекся. Взял еще пару орешков. Потом надо было запить водой. Думаю, окей, все. Потом решил взять еще пару орешков. Думаю, ну блин, надо опять запить водой. Надеюсь, все нормально с микро. Ты его как-то пнул. Его пнул, когда перешел обратно. Рассказ о будущем, которое никогда не наступило. О ночи, которая никогда не закончилась. Че это, батя? Со своей дочкой? Хотя не, вряд ли. Девка похожа на что-то азиатское. Я играю работяга из завода. Лол. Доберитесь до места встречи в канализации. Ничего нету, я так понимаю. Нету смысла осматривать. Хотя вот что-то лежит. А хули тут ничего не показывается на карте, что что-то лежит, может. Выпустил какой-то фиолетовый дым. Почему-то выделено зеленым. Дым ударил прямо в напарника, теперь он все время кашляет. А, это хуйня отравленная. То есть, если я увижу фиолетовый дым, нужно убегать, правильно? С газом что-то не так, он их не убивает, а вызывает мутацию. О, ку! У меня есть пистолет. У меня даже контент есть. Высококачественный порох желтый. Дробовик. Палево. Кстати, дробовиком еще не пользовался в этой игре. Я ж не играл за Леона. Я слышал, у Леона есть дробовик. Сейчас затестим. Ну, надеюсь, дробовик ваншотает в голову. Ну вон что-то фиолетовое. У них глаза светятся, что за хуйня? Так должно быть? Могу их скипнуть просто? Какой смысл их убивать? Почему у них глаза светятся? Какой-то фиолетовый дым. Какая-то хуйня. Странно. Сэкономлю патроны лучше. Я пока не знаю даже. Что-то странное. Они все такие или что? У них всех глаза светятся, и у них всех фиолетовый дым идет со рта. Мне одному кажется, что эта музыка здесь не в тему. У меня такое ощущение постоянно, что она не в тему. Бля. Она даже не убила. Он застанила.
Блять. Не хватит патронов на всех, я сразу уже оценил ситуацию. А что вообще делать должен? Я ничего не знаю. Прикольно. Я могу закрыть? Чтобы они не лезли. Ну это, кстати, знакомая локация, я же тут был. Ну вот, вот тут люк. Бля, музыка вообще не в тему. Какая-то музыка, ну, как будто из другой игры. Такое ощущение. А чё, я могу залезть в люк? Пойти в полицейский участок? Могу, что ли? Интересно. Хочу какого-то контента найти. Все закрыто? Что-то с игрой, почему оно в разные стороны начинает двигаться? Что? Подождите, что это такое? Я одну и ту же кнопку зажимаю. Окей, сундук. А. Ну это не мой, блядь, сундук. Лол. Забавно. Я уже думал подойти к сундуку. Это же не мое. Это же главных персонажей. Блин, я не знаю, будут ли у меня в будущем патроны. Убивать его? А, я могу его убить. Не понял! Что, блядь? О, я смог. Ты умер? Да. А ну. Такое ощущение, что, ну, эти миссии, ну, на какой-то другой сложности, на дефолтной, наверное, потому что я не помню, что когда я играл на хардкоре, я мог избежать, когда зомби меня схватил, я не мог избежать уже его оттолкнуть, я не мог избежать укуса, я мог только или нож ему вонзить, или гранату захуярить в ебало, но я не мог его, не имея ножа или гранаты, оттолкнуть просто. Блять. Как там пройти? Рейли. Придется использовать. А если меня снова отравят? Оу, плохо дело. Чё, патронов реально мало. Здесь я найду еще больше. Кстати, вот же. Так мало? А почему я с этим не скрафтил? Ошибка. Там еще один, если меня отравит, мне пизда. Где он? Че, ты рофлишь или что, блядь? Уебище. Могу пробежать, мэйби? Хотя его надо убить, наверное. Я просто хочу комнату обследовать. Он мне мешает. Ну, Рейли! Ты сегодня будешь умирать? Блядь, как ты жив? Как, блядь? У него ебало не осталось. Он когда-нибудь умрет?
Да что за хуйня, блядь? Вот этого чела ебала нету. Да вы заебали. Как он жив, я не могу понять. Как это возможно вообще? Зачем я столько патронов проебал? Как он жив, блядь, с таким ебалом? Там... У него как будто маленькая голова уже от повреждений. Как он там мозги умещает? Не сюда? А, не. Не понял, что сделать надо? Рюкзак и что? Ёбаный рот. Как, блять? От зомби остаются рюкзаки, в которых можно найти предметы. В режиме выжившие призраки можно выбрасывать оружие. Хм. Ладно. Держите в курсе. Из двух щепоток также можно создать патроны для револьвера. У меня нету револьвера пока что при себе. Он умер или как? Он так быстро умер? Удивительно. Я найду револьвер в будущем? Я так понимаю, тут игра с одной жизнью или что? Блять. Я могу пробежать мимо них или нет? Да лол, ну почему? О, ясно. Всем пока. Или нет? Я думаю, я смогу пробежать. Если... Короче. Блять. Надо убивать их, получается. Всех. Плохо дело. Надо дверь закрыть. Или, по крайней мере, отойти. Чё здесь? Автоматы с предметами. Из автомата можно взять только один предмет. После выбора остальные предметы станут недоступны. Хуясь. Мне надо хил в любом случае, правильно? Блядство. Я еще мог наверх пойти по ступенькам. Надо сходить наверх. Он живой же, правильно? Сука. Блядь, ну почему? Так все, это конец. Я умираю, у меня надо синяя трава. Мобби они не встанут. Синяя трава. Ясно, ГГ. Всем пока. Мне надо синяя трава, пойду наверху поищу. Я умру от отравления, мне надо хилиться, я не хочу тратить хил, анивэш отравлен. Блять. Я не понял. Как открыть? Я наверх не поднялся, что за бред? Почему она закрылась? Я ж там еще наверху были ступеньки. Да
Почему оно закрылось? Я хочу обратно. Там был выбор, вниз идти или вверх. Я пошел вниз. Откуда я знаю? Пиздец. Он умрет или что? Хули дверь закрылась? Он умрет или как? Ну, зеленая трава меня не отхилит, мне надо синяя. Моби, там будет синяя трава сейчас. Лес РНГ. О, изи. Эх. Красный-то фулл хил. Рюкзак вон. Ладно, она похилится. Это где я сейчас? Ага, это в канализации. Ну, блядь, я идиот! Почему я такой идиот? Почему я идиот? Я же знал, что так произойдет. В момент моего выстрела я знал, что это произойдет. Зачем я это сделал? Надо было отойти подальше. Блядь. Это обычное. Да не кашляй! Что, блядь? Я этого не добил. Сука. Да не кашляй, долбоёб! Блядь, душиловка во всех смыслах. Да не вставайте, ёбаный рот! О, с рюкзаком. Синяя трава. Хули он быстро начал бегать? Да не кашляй, блядь. Он двигается? Только нет. Заебали! Нахуй, блядь! Он умер, надеюсь. Я хочу еще там проверить, внизу. Хули дверь навсегда закрывается? Что за рофлы? Не понял, это типа выбор? Я делаю выбор несознательный? Я побежал в эту сторону, и все, дверь закрылась навсегда. Да ёб... Я хотел туда еще проверить, что там? Что я должен был делать? О, блядь, иди... Ой, бля! О, блядь! Как мне пробежать эту хуйню? Открой глаз! Чё делать? Чё делать? Чё делать? Блядь! Как ему глаз открыть? Не понял. Они же не могут запрыгнуть. Блядь, что так сложно? Что делать? Ну я не хочу с ним драться, ну блядь! Нахуй! Глаз!
сука! На! Берем патронов. Я не хочу! Не понял. Бля, у него глаз не открывается, но очень долго открывается. Попробую пойти в другую сторону. Хули у меня дверь закрывается, когда иду в одну сторону. Достать. За, блядь! Да не кашляй! Ну, сука, нет! Ой-о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 й. Дети шлюх. Сколько у меня хп? Сколько у меня хп сейчас? Там еще красная трава должна быть. Я хочу подождать красную. Ебать. Красная вот здесь была. Правильно? Из! Не. Еп. Так, только бы не отравиться теперь. Это отравленный? Да, отравленный. Электропушка. Так, что это внизу было? Сюда не ходил еще. Пошли нахуй. Рыли! Ебать! Нет! А! Что? Так можно? А я в текстурах! Ору, блядь! О, не, не отравляем! Там что-то можно было подобрать. О, кентянт. Я не думал, что они могут вдвоем кусать. Первый раз такое вижу в этой игре. Лол. Забавно. А, это другой проход. Интересно. Ну, плохо дело опять. Некуда. Там что-то лежит. Почему оно не открывает глаз? Ёбаный... Открой глаз! Иди нахуй! Ну что еще? Короче, я беру патроны. 10 патронов дробовика. Потому что патроны для всего подходят. Зомбаков убивать, открывать глаз. Граната она ситуационная. Это для толпы зомбаков. Или хз. Короче, беру патроны, наверное. Хотя... Ладно, патроны. Все. Супер ошибка. Ну как? Нет, блядь, как?
Я думал, я его застанил. Он меня еще отравил. Ну, блядь. Блядь, он всю игру испортил. Я думал, я его застанил. Я не понимаю. Не сюда? Не, я отсюда пришел. А куда мне? В какую мне сторону бежать? Стоп. А, мне наверх. Да иди нахуй, бля. Всю игру испортил. Во. Ну не кашля, уёбище. Да бля. Чё за дверь? Он встанет еще. По-любому встанет. Патронов мало. Все, идите нахуй. Что, блядь? Какого хуя? Какого хуя? Что делать? О нет. Все, пизда. Вот здесь нужна граната. Бля, я почти прошел. Пиздец. Бля, ну что. И что я должен делать? Что я должен делать? Спасибо. Пока. Ну, как это играть? Я не знаю, что делать. Тут супер сложно. Ну, блядь, ну я не знаю, что делать! Отпусти меня, сука, блядь! Отпусти меня, блядь! Почему? Ну почему? Сын говна ебаного! Ну отпусти меня! Почему их трое, блядь, что это за хуйня вообще? В какой, блядь, вселенной... Возможно пройти, сука, троих там этих дебилов. Там нету столько патронов. Нужно потратить 5 патронов дробовика, не знаю, 10 патронов пистолета, чтобы открыть один глаз. Что за хуйня, блядь? Что за хуйня, блядь? Ну что это такое? Ну что ты дергаешься? Я попасть не могу. Что он делает? А чё? Нахуя он дергается? Попасть не могу так. От меня не спрячешься. Ебать, что делать?
Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Не вст... Ну, иди нахуй, сука. Я ебал! О нет. Все, мне пизда, это конец. Я не знаю, что делать! Я не знаю! Я не знаю! Я не знаю, что делать. И в итоге я без револьвера почему-то. Почему? Почему я пошел не тем путем. Я пошел путем, который непроходимый вообще. Я пошел путем, который непроходимый тупо никак. Теперь я вот здесь уже. А у меня ничего нету! У меня ничего нету! У меня вообще пустой герой. Как, блядь? Вы что, издеваетесь, блядь? То есть там банально один поворот, это поворот не туда. У тебя ноль патронов, ноль вообще всего, нет патронов, нет револьвера, нету вообще ничего. У тебя, короче, ноль всего, и там три ёбаных этих хуйни, которые в этой вот канализационной воде живут. Что за хуйня, блядь? Вообще дисбаланс, это один поворот именно проигрышный. Что за хуйня, блядь? Пиздец, такой бред. Вот это вот... Это вот супер тупое место. Лизун скриптовый, и как тут правильно сыграть? Непонятно. Я ебал. Не... Я просто ебал. Я не понимаю. Спасы! Спасы, Лизун! Я все, я ебал, я не знаю, что я делаю. Я ебал, я меня Лизун, короче, уже рипнул. Блять, да блять, как это место ебучее проходить без дэмэджа? Я не могу понять, это до меня супер не доходит. Возможно! Как это вообще возможно? Вовремя! Найс! 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 Вы, блядки, ебаные! Спасы, зачем мне патроны? Мне патроны не нужны, нахуя мне патроны? Нахуя мне патроны? Можно и без патронов пройти, правильно? Зачем патроны нужны? Патроны не нужны! Патроны, рели! Патроны, нахуя мне патроны? Зачем 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 они мне?
За что? За что? За что, блядь? За что? Там рюкзак! Мне он нужен! Не вставай, блядь, никогда! Что мне делать, блядь? Ну что мне не все не. Когда он умрет? Никогда? Да что за хуйня, блядь? Эти вроде мертвые. Супер заебал! Почему он не умирает? Ай, блядь. Я не понимаю, что со мной не так. Почему у меня ничего не получается вообще? Блять, шалава ебаная, блять. Это пиздец, ну это просто пиздец. Все, я проебал. Почему их так много? Блять, я не знаю, что делать. Я пытался. Я не знаю как. Не получается, блядь. Пиздец. Окей. Класс. Все, ноль ошибок. Скип, 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 скип. Изи скип. По одному. Голова. Нахуй. Первый пошел. Окей, ноль ошибок, как говорится. Он умер или нет? Да. Ебать. Плиз, плиз, конец. Только больше без хуйни. Не надо ничего больше сложного. Конец, плиз, 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 плиз. Босс файт тут был, я помню. Помните? Олды помнят. Все? Все?
Фу. На самом деле это было не так сложно. Просто у меня жопа начала гореть почему-то. Фу. Общее время 15 минут. Не 15 минут. Я больше полтора часа, больше чем полтора часа проходил. Каких 15 минут? 15 минут! Вы чё рофлите? Ору, бля. 15 минут. А где мне засчитал прохождение? Ну, да, короче. Это пиздец. Позвони мне. Вот мне кто-то позвонил, кстати. Не ты случайно? Фу, бля. Хз даже. Еще одну начать сейчас. Это пиздец. Не, давайте в следующий раз, это пиздец. Я не знаю, сейчас снова буду гореть. Давайте в следующий раз. Привет, дорогой зритель. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Спасибо за просмотр и держи Твикс с хлебом и грейпфрутовый сок.